Телеграмму соболезнования направил глава нашего государства президенту России в связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшим за собой многочисленные жертвы. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомню, взрыв на АЗС произошел вчера вечером. На данный час известно о 35 погибших. Ранения и ожоги получили 115 человек. Пожарные продолжают разбирать завалы, работает кинологический расчет. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Владелец АЗС задержан, возбуждено уголовное дело.